А, ну уже немцы-то вошли, мы пошли сперва, да, ну, например, направо там, да, а там уже они, армада, мы оттуда в другую сторону искали, как выйти из этого положения. Ну вот нашли, налево так, я условно говорю, налево-направо. Повернули, и там что-то еще было свободно, и мы проскочили. А там дальше, я не помню, какое местечко, опять мы наткнулись на них. Ну, как-то случилось так, судьба так распорядилась, что мы опять от них, так сказать, ушли. И до Рыбинска, сколько мы шли, я не помню, ну, очень долго, но пришли в Рыбинск. А в Рыбинске цирк работал. Ведь во время войны почти все цирки, которые не были оккупированы, все работали. Главка, вот эта наша контора, она была не в Москве, она переехала в Тюмень, нет, пардон, Томск. В Томске она была. И оттуда давали нам разнарядки, кто куда едет. Потому что переезжали из города в город. Мы ездили товарными вагонами, весь коллектив. Ну, месяц это в лучшем случае, а так 1,5-2 месяца были моменты такие. Ну, а питаться, сейчас стыдно сказать, чем питались. Вот Ринглеры как раз, да-да-да, опять Ринглеры с нами были. У них мелкокалиберное оружие было для стрельбы. Мы стреляли. Все, что летает, мы стреляли. Галка, не... И вот этим мы пытались по дороге. Ну, самое интересное вот в сегодняшнем дне это касается, что из цирка на фронт артистов первой категории не брали, была бронь. И эти артисты получали литерный паёк. Там больше хлеба, больше там, так, сахара, там что-то больше. И багаж, который отправлялся не товарным вагоном, были такие у кого-то сундучок или нет. Была наклейка по распоряжению Совета Министров без задержки отправлять сюда. Понимаете, в такое время и такая забота о цирке была. Я участвовал в Шаривари. И вы знаете, когда я это вспомнил? Вот сейчас, когда было 95 лет, когда я в этом белом фраке, как белый попугай вышел в манеже меня осенило, бог ты мой, я же в 39-м, я же тоже в Шариваре, правда, тогда я, знаешь, Шариваре называется, кто чего делает, кто кульбитик, кто сальто-мортальщик, кто фляк, это называлось Шариваре. И я вот участвовал тогда. И поэтому я, если вы обратили внимание, я перекрестился там в манеже. Я осенило меня в эту мысль, думаю, и я перекрестился.